Вместе с 2GIS город подскажет верный путь. Маршрут построен. Поверните налево. Вы пришли. 2GIS. Дай мне знак. 400 тысяч рублей. Ровно столько вам понадобится денег для того, чтобы снять классный клип с помощью айфона. Чем мы сегодня и займемся. Привет, меня зовут Арсений Петров, вы на канале Вилсаком. Ну, погнали. Как вы заметили, Apple каждый год, показывая новые айфоны, говорит о том, что они стали еще профессиональнее с точки зрения возможности камер. Какие-то заряженные чуваки с огромной аппаратурой ходят и снимают все, начиная от клипов, заканчивая полнометражными фильмами. Да и мы с вами в фотосравнениях пытаемся убедиться в том, что iPhone наконец-то уже готов заменить огромную черную зеркалку. Нам не придется с собой таскать рюкзак с аппаратурой, достаточно просто взять смартфон, пару аксессуаров и типа, якобы, мы можем снимать вообще все, что угодно. Я собрал кучу аппаратуры, я взял чувака-клипмейкера, и мы с вами пойдем снимать профессиональный рэп-клип с помощью iPhone 15 Pro Max. Вот это дела. Но для начала нам нужно распаковать все аксессуары, которые понадобятся для того, чтобы из iPhone 15 Pro Max сделать профессиональный сетап для видеосъемки. Первый элемент из этой кучи — это, конечно же, iPhone 15 Pro Max, натуральный титан на 1 терабайт. Чем больше емкости, тем больше хип-хопа. Стоит он до хрена, вы его все видели, даже нет смысла второй раз показывать. Но даже несмотря на то, что он на 1 терабайт, к нему нам пришлось докупить портативный SSD. Памяти много не бывает, плюс 60 кадрах ProRes, тот самый видеоформат, типа без искажения и прочее-прочее, пишется исключительно на внешний SSD, поэтому мой выбор пал на Samsung T7 Shield на 2 терабайта. Именно Shield, потому что обычно T7 почему-то, по какой-то непонятной причине, для прореза не рекомендует, типа он немножко более медленный, мобильный, противоударный при этом, быстрая запись, все как положено. Для него мы еще приобрели Small Rig-овский держатель. Эта штука будет вот так вот монтироваться на наш сетап, и, соответственно, мы сможем SSD закрепить надежно, чтобы никуда не падал, и чтобы мы его как банально не потеряли. Чуть позже все это соберем. Это у нас кольцо для того, чтобы цеплять ND-фильтр. Опа, лакшери. Это ND-фильтр. Знаете, зачем он? Ну, типа на солнце снимать. ND-фильтр, кольцо для крепления ND-фильтра, все это на скотч и поехали дальше. Тейп у нас тоже есть. Он розового цвета, потому что иначе нельзя. В народе изолента. Ну и теперь, наверное, самое главное. Маленький риг, большая мечта. Всем женщинам так говорю. Значит, смотрите, это у нас, по сути, клетка для айфона. Мы решили не использовать стабилизатор, потому что все мобильные стабилизаторы, неважно, это Жиюн или DJI Osmo, говнище атомное, и в нашей съемке они нам, в принципе, даже и не понадобятся-то особо, поэтому мы решили стабилизировать вручную. Даже это можно приспособить под iPhone, если вы, опять же, с помощью розового тейпа сможете его нагрузить какими-нибудь дополнительными батареями, чтобы стаб понял, что это тяжелая штука, и, в принципе, поехали. Ну и, пожалуй, самое главное, вообще наша крутейшая хитрость года — это портативный свет. Вот такая красота, вот такая вообще бомба, пушка. Боже, вот на этом моменте начинается профессиональная видеосъемка, пацаны. Но он сделан из пластмассы, насколько я понимаю, поэтому его реально легко кинуть в рюкзак, таскать с собой хоть по всей стране, вообще никаких вопросов нет. Единственное, вас может смутить, это вот эта штука. Провод и гигантский блок питания. Он здесь, конечно же, не встроенный. Это вот как у собак. Собакам такое делают, чтобы они себя не кусали, когда лечатся. Я думаю, кому-то из нас стоит попробовать. Для этого самого света мы также приобрели еще ручку. Все это, сука, стоит отдельных денег. Все это стоит очень дорого. Но, если что, вы можете найти аналоги подешевле. Что вы мне подсказываете? Опа. Ну и... портативный, скажем так, софтбокс. Это реально софтбокс для того, чтобы вот этот свет превратить в мягкий свет, но при этом не потеряв портативность. То есть даже вот в таком сетапе все это плюс-минус будет выглядеть не очень габаритно. Ну и честно, моя самая любимая штука из этого набора — это тоже Small Rig. У нас много всего Small Rig-овского. Короче, это V-mount батарея. Она нам поможет питать свет, и от нее, плюс ко всему, можно заряжать еще и мобилу, потому что здесь есть 8-вольтовый output, 12-вольтовый, USB-A, USB-C, соответственно, мы можем как питать свет,
так и заряжать свой телефон одновременно. Все это дело подключаем. У нас для этого есть даже отдельный провод. То есть и этим мы тоже заморочились. Мы вообще ничего не упустили, чтобы в день съемок быть готовыми. Вот сюда. Ин. И полетели. В итоге у нас получился вот такой сетап, который вместе со светом обошелся в 106 с лишним тысяч рублей, не считая айфона и не считая реквизита, который мы тоже по всей Москве будем собирать, заказывать. Теперь для тех, кто вообще не одупляет, что происходит. Типа, братан, ты что, очередной блогер, который полез в реп? По сути, да, но это вы меня знаете как блогера, а я с малых лет занимаюсь музыкой. Мама моя преподаватель духовых инструментов, когда-то в детстве спросила, хочешь, я сказал да. И с тех пор занимался гитарой, домрой, фортепиано, ударными, занимался академическим вокалом, даже профессиональным, поэтому музло для меня это не пустой звук. И, конечно, как у любого мальчика-рокера в душе, у меня была мечта когда-нибудь выпустить свой музыкальный альбом. Так и произошло. 13 октября я выпустил на всех площадках альбом Priority, можете его по ссылке в описании послушать. Он классный, там 11 офигенных, на мой взгляд, треков, над которыми мы очень серьезно работали. Если на некоторые из них мы очень хотим снять клип, но это было бы безумно дорого и долго, то есть там одна песня, называется «Лица». Это трек в стиле хип-хопа нулевых, Цау Рекордс, вся вот эта вот история, которая рассказывает о ностальгических чувствах к Москве и к России в принципе. Вот эти старые автобусы, вот эти еще не отреставрированные дома, чуваки из разных субкультур, которые одеты как попало, CD, DVD, VHS, кнопочные телефоны и змейка на Nokia, все это есть в треке «Лица». И еще трек «Лица» нам максимально подходит для задачи, потому что мы будем ездить по Москве и снимать в разных локациях, днем, вечером, ночью, тестируя все возможные режимы съемки на iPhone 15 Pro Max и не прыгая выше головы, потому что у нас всего 2 с лишним дня и буквально 3 человека в команде. Наша задача в том, чтобы буквально за 2 дня взять и снять прикольный рэперский клипас, который вам будет интересно посмотреть, а песню под него будет интересно послушать. Для этого я позвал своего кореша, Жендос. Давай, залетай. Привет, Арсений. Женя Жосул, это кто у нас? Оператор-постановщик. Очень профессиональный человек, который, более того, не только кучу лет уже занимается этой видеосъемкой, он понимает в ней, в принципе, все, что можешь допонимать. Он еще и писал гитары в нашем альбоме, поэтому, в принципе, человек этот альбом знает, эту песню знает. И вообще, наверное, это самое важное, да, чтобы если ты идешь снимать клип, ты должен понимать материал и чувствовать его. Да, ты должен быть в теме. А, в общем, тут у нас смолориговская клетка, чтобы мизинчик не залазил никогда в кадр, чтобы руки были разнесены и все это дело стабилизировалось получше. Плюс я у тебя 10 тысяч раз спросил, может быть стабилизатор? Может быть стабилизатор? А ты сказал, что вот этой клетки будет достаточно. Мы снимаем профессионально на iPhone, у него есть профессиональный экшен-мод, вот мы его проверим, посмотрим. Угу. Но в принципе эта штука уже дает какую-то стабилизацию. Просто за счет того, что у тебя руки разнесены в разные стороны. И ты не бухал вчера. Кто сказал? Держал. А верхушечка это что такое? А это чтобы можно было с нижнего ракурса налетать. Очень красиво. 144 минуты прореза у нас в 60 кадрах, по идее, в влоге должно получиться. Должно получиться. What's this? Это то, без чего не обходятся ни одни съемки. Это профессиональный кинотейп, в котором примотана ND-шка, потому что пока нету нативных каких-то ND-фильтров для 15-го айфона, поэтому мы взяли от камеры и присобачили его при помощи тейпа. Евгений расписал покадрово, невероятно профессионально в Excel каждый кадр. Это будет старая Москва, это будет новая Москва. Не в смысле, как похорошело, а в смысле, как классно мы тогда жили. Ты умеешь снимать вот это. Все как рэперские клипы, как у Пост Малона из Кали Милана. Посмотри на этот штурвал, сделаем. А какой софт ты используешь на айфоне для того, чтобы снимать? Сейчас мы попробуем все это снимать на дефолтную камеру, потому что, ну, они добавили туда лог, почему бы не попробовать? Может быть, когда-то попробуем использовать Blackmagic-овскую камеру. Они недавно выкатили полностью халявную версию. Там можно вплоть до 4/4 писать прорез, как бы. Это очень жирный кодек, который больше, на самом деле, для CG подходит, но нам это не надо. Почему? Там данные со стабилизацией идут немножко свои, и возможно, что она будет отрабатывать хуже. То есть мы все равно будем использовать стандартный софт? По приколу мы пару шотов сделаем на Blackmagic-овскую камеру, может, даже сравним. То есть ты считаешь, что этого всего нам будет достаточно для того, чтобы снять, ну, не какой-то супер high-level production видеоклип? Но мы попробуем. Но мы попробуем и сделаем так, чтобы это смотрелось для вас, для всех кайфово, современно, круто. Будем использовать разные приемчики и так далее, разные условия съемки. Что, мы готовы? Да, погнали. Ну, поехали. Слушай, захвати тайпсишный провод.
Давай. Женя, что это за кассета? Я не знаю. На, посмотри. Я часто хочу вернуться в старый город. Тебе я без прошлого, мне не нужен повод. Все уже закрыто и обуглен провод. А мой дом простыл и пропускает холод. Школы все мертвы, им бы самоубийца. А дети нищеты пытаются учиться. Светится киоск в конце микрорайона. Не бери ты сдачи с их дурного тона. Выйдешь в центр и старится там прежние лица. На лицах, лица на лицах. Цели сложно воплотиться, искусные лица. На лицах, лица на лицах. Выйдешь в центр и старится там прежние лица. На лицах, лица на лицах. Цели сложно воплотиться, искусные лица. На лицах, лица на лицах. Выйдешь в центр и старится там прежние лица. Никаких платных дорог, никаких обещаний. Во дворах ведра с утра издают звук отчаяния. Курс давно сбился, нам переулки освещает. Последний раз из окна насвистывает чайник. Связь метро только между тобой и мной, подруга. Дай в нем нет еще до того большого круга. Никаких платных дорог, никаких обещаний. Все вокруг еле живые, нас не замечают. Выйдешь в центр, нас творится там прежние лица. На лицах, лица на лицах. Цели сложно воплотиться, искушные лица. На лицах, лица на лицах. Выйдешь в центр, нас творится там прежние лица. На лицах, лица на лицах. Цели сложно воплотиться, искушные лица. На лицах, лица на лицах. Вот такая история. Снималась она 2 с лишним дня, и мне кажется, вышло норм. Ну, я тоже так думаю. Я офигел с того, насколько они прокачали камеру, товарищи из Купертино, потому что раньше iPhone делал, ну, довольно плоскую картинку в плане того, что не было особой разницы между тенями и цветами. Он пытался сделать лицо картошку, и по итогу как бы ты пытаешься что-то из этого вытянуть, но получается какая-то ерунда. А сейчас, добавив Apple Lock и прорез, они умудрились сделать, по сути, полноценную камеру из телефона. Очень хорошо тянется, очень хорошо себя ведет даже в темноте, не шумит практически. Прорез — это формат максимального качества, если очень простым языком объяснять. Он идет без сжатия, он дает максимальную информацию о картинке, и, соответственно, с ним, именно с ним, профессионалы работают на посте. Лок — это такая штука, по сути, блеклая, плоская картинка, которая тянется во все стороны, можно вытягивать тени, светлые области и так далее, красить как вам хочется. По сути, 4 поколения Pro айфонов использовали и пытались понять, что такое Pro. И, по сути, кроме телевика, то есть третьей камеры, в отличие от обычного айфона, там не было ничего. То сейчас... Обычный айфон просто с третьей камерой, кто хочет фоткать портретики, вот, пожалуйста. Но для видео он не работал, а сейчас, ну, это реально про-фича. Ну, вот мы когда вернулись после первого дня съемки, я сел, скинул материал, решил его покрутить, посмотреть, потому что, ну, я в первый раз имел дело с Apple-ским логом, и, ну, честно, я офигел. Угу. Главный аксессуар любого рэпера — Bluetooth-колонка. С ней можно читать. Можешь спрыгнуть по-рэперски еще. Рэп-рот. Но в итоге получилось, что я вытягиваю тени, они тянутся, там есть информация, оно не шумит, не зернит, то есть все в пределах нормы. Я такой, а извините,
А это точно iPhone. У тебя камера за сколько денег? У меня FX6, сейчас она стоит 500 тысяч. Но ты не почувствовал себя ущербным, ущемленным в чем-то, да? То есть, вот насколько хорошо материал с FX6 тянется, настолько же Apple Lock тянется, и для меня это прям было удивлением. Ты можешь, глядя в глаза людям вот так пристально, сказать да или нет на вопрос, профессиональной ли камерой стал iPhone 15 Pro Max в 2023 году? Если мы берем камеру 1X, то мой ответ – да. Мы старались, чтобы каждая строчка текста была как-то визуализирована с одной стороны, но не совсем в лоб с другой. То есть иногда у нас по тексту прям вы видите смысл в кадре. Как, например, здесь. Типа связь метро, только между тобой мной и подругой. Вот этот блок в клипе. Вот мы нашли ворота с логотипом метро. Идеально. Плюс мы показали, что связь в метро типа была только никакая. И вот старые телефоны мы взяли и продемонстрировали, собственно, что в метро мобила не ловил. По-моему, у любого рэпера на одном из его дисков должен быть трек, посвященный одному из его близких. И должен быть трек про его киску. Красиво? Это очень красиво. Спасибо. Это восхитительно. Не знаем, что вы видите в кадре, но на экране телефона как будто бы вот прям хорошо. Вот прям как будто бы хорошо. Давай еще раз. Условно, мы не будем додумывать за вас, какие сценарии и где именно вы можете это применять, потому что любой профессионал адекватно может сказать, за цену айфона я куплю какую-нибудь Альфу 4, поставлю там тот же S-Log и пойду снимать все, что мне хочется, как мы и делаем, собственно, на нашей студии, да? Но если Альфу мы... ты в карман не засунешь. Вообще, возможно ли это теоретически, когда ты такой, продаю свою Sony FX6, покупаю iPhone и хожу только с ним, даже на коммерческих проектах, которыми ты занимаешься? Ну, маловероятно, на самом деле, потому что, ну, Альфа дает возможность поставить туда объектив там 200-600, поставить его на штатив или снимать с ISO 12800 вообще с нулевыми шумами. iPhone пока так не может, но то, что они сделали, это правда огромный скачок и... как второе устройство, то есть сейчас спокойно можно взять этот iPhone, поставить сбоку на штатив, и, ну, никто не отличит, что это не вторая Сонька. Женя, ты что делаешь? Типа, чтобы потом это все врезать. Чтобы отвлечить, да. Да, чтобы легче было отслеживать. Объект. Куда нам вписывать картинку? Мы же будем computer graphics использовать. Есть даже видеокассета VHS, кто постарше. Тот сейчас вообще слюни пустит, потому что она в пленке новая. И вот самопровозглашенное видео двойка. И за счет USB-C, за счет скорости, которую мы получаем при подключении внешнего SSD, за счет скорости экспорта файлов с айфона, потому что по Lightning это была атомная боль, плюс вам нужно было по любасу покупать терабайт на iPhone для того, чтобы снимать ProRes, сейчас этого можно не делать, просто берем за двадцаху T7 какой-нибудь или любой другой быстрый SSD, коннектимся и работаем совершенно спокойно. То есть в комплекте с этим получается, что вот USB-C и Log это две основные фишки, ну и плюс новая стабилизация, которую мы проверили и которая реально работает. Это просто нечто. Потом мы стали собирать реквизит, не только вот это все добро, но и кувалды, кепки. Нам, значит, одна не подошла, пришлось заказывать другую. День до публикации мы обнаружили, что кепка, купленная в чемодане, мне не подходит. Немножко она маловата. Смотри, какая кожаная. А? За полтореху. Завтра приедет, завтра доснимем. Реквизит у нас не кончается. Мы постоянно что-то докупаем мелко, высокоуровневый, так сказать, продакшн. Доставки, слава богу, нас не подвели. Какой-то раритетный антикварный став в виде сидюков, VHS-ов мы заказывали либо на Авито, а там люди, как известно, вообще не отвечают ни хрена. Конечно, неотъемлемая часть любого реперского клипа – это реквизит и образ. И нам необходимо смешать две эпохи, поэтому мы приехали в одну из самых больших известных барахолок страны. Стоит копейки. Ребята занимаются еще социальной деятельностью. У них есть паблик во ВКонтакте, где они благотворительно раздают все вещи, собирают их из разных источников. Короче, не просто продают, но еще и помогают людям, которые в этом нуждаются. Мы вообще пришли по адресу. Просто все, что нам здесь нужно, это CD-плееры, всякие Walkman-ы, кассетные плееры тут тоже есть. Потому что лучше места мы найти вообще не могли для того, чтобы выбрать наряд для нашего
для нашего замечательного клипа. Вот в школу я ходил с другим. А, вот. Солидно ты ходил в школу. Я очень солидно ходил в школу. Ну, вот у меня примерно такой был. А нам что надо что-то, что-то из 90-х, нулевых, видеоплееры, сюдюки, вот это все, чем пользовались у нас в четвертом, ну, третьем году. Ты здесь? Я шел, ребята, антураж поищу. Пойдем со мной. Ага. Можно сюда заходить? Ого. Мы уже раздобыли себе CD, мы раздобыли кассетник, мы раздобыли VHS-кассету. А нам осталось найти Fashion Look. Ну, в моем детстве в магазинах еще стояли весы Тюмень, и тетушки считали вот так. 30 рублей. Теперь, кроме шуток, нам нужна лужковская кепка. Вот, например. Так, это зимняя версия Лужкова. Подожди, а костюм ублюдский какой-нибудь давай найдем. Вы спрашивали, где я покупаю свои костюмы. Вот где. Написано 18+. Что? Ну да. 30 рублей и 1000. Угу. У тебя не было в детстве вот этой мрази? Вот этой вот скотины. Я ее боялся. Я говорил каждый раз, уберите ее отсюда вообще навсегда. Я тебе сейчас покажу, смотри. Ой, не надо. Вот о том и речь. Вы имеете в виду прям советские, вот как эти? Ну, советские, 90-е, нулевые. Хорошо, спасибо. Нам нужны олимпийки. Пойдем, я так и скажу. Вот прям так. Нам нужны олимпийки. Нам нужны олимпийки. Здравствуйте. А у вас олимпийк нет случайно? Москва, блин. Пацаны, ну, берем? С тачкой покруче. С тачкой, конечно, покруче. Ты тут как задрипаешь, как ботан. А с тачкой ты как уважаемый. Свободная касса. Прям 100% сюда берешь. Девушка, картиночку, пожалуйста. А. Что-то около десятки мы оставили здесь. И вот наш реквизит, в общем-то, собран. Потом мы поехали в Блошиху даже. Да. Искать киоск в темноте. И вот это был вообще челлендж, потому что Женя меня дергал, говорит, давай успеем до темноты, да, там ничего не будет видно. Мы приехали, сняли, и оказывается, лог тянется и в темноте тоже. Да. Мы в Балашиху приехали в 9 вечера для того, чтобы подснять один единственный кадр с киоском. Я что-то вообще не понимаю, что с Балахой случилось. Она реально не то чтобы выглядит вся как новая, но инфраструктура сильно поменялась. Мы потратили в Балашихе час, пытаясь найти заветный киоск. Я во дворе... Всегда был киосочек посередине. Там продавали пивко холодное, три медведя, пит. Вот это прям оно, вот почти. Ради одного единственного кадра мы сюда приперлись. Надеюсь, что он получился. Можно ехать дальше. У меня была ставка, что сейчас мы приедем в Балашиху, увидим вот этот ларек, мы его снимем, я приду, посмотрю дома материал на компе и скажу, ну, давай завтра мы днем поедем в Балашиху и будем переснимать, потому что это говно. Снимаю, смотрю, нормально. Приезжаю домой, смотрю материал на компе, нормально. 40 минут 11 вечера. Мы спускаемся в метрополитен для того, чтобы встретить там редкие нынче, особенно красные ветки, номерной вагон метро. Старее были ежики, их вывели. Ты расскажи, что мы ждали поезд. Мы ждали номерной вагон специально, вот именно этот. Пропустили несколько поездов, слава богу, нам повезло, потому что это сейчас большая редкость. Мы сейчас в него сядем, отснимем там сцену, потом выйдем из него, отснимем там сцену. Короче, очень хорошо, что он приехал сейчас. Нам не пришлось ждать полчаса. Потом мы поехали на Никольскую, был очень угарный день. Нам надо было отснять москвичей, туристов, гостей города, лица, короче говоря. Холодина жуткая, Женя стоит вот так уже с этим светом. Короче, мы останавливали людей и просто говорили, вы Вилсаком смотрите, хотите в клипе сняться? Они такие, типа, чё? Мы, короче, те люди, мимо которых обычно проходят, просто вот, не-не-не-не. Мы предлагаем сняться в клипе людям. В клипе. Не идут. Ну что, теперь нам нужно снимать грустных людей. Мы все снимаем счастливых людей. Я думал, они будут вот так стоять все и даже говорить ничего не придется. Они все улыбаются. Что, у вас счастливая жизнь, что ли? Да ну. Вы фактурные очень. Я был мощный. Ну неправда. Хотя ко мне подходили 20 лет назад.
Второй день начался, еще много чего снимать, очень много кадров, много локаций. Надеюсь, что сегодня все успеет. На Никольской, когда тиктоки снимают, им стыдно или нет? Тебе стыдно сейчас? Нет. Ну все. Так мы рэп тоже. Делаем искусство. Это да, музыка улиц. Так ты и не тиктоки снимаешь. Я могу смотреть. А вот сейчас уже мне стыдно. Теплее в Питере, мне в Москве холодно. Это Степан, мы у него на студии альбом писали. Он жалеет об этом по сей день. Вот так мы провели эти несколько дней, потом катались по Москве, делали какие-то шоты достопримечательностей основных локаций, и нам хотелось просто насытить визуально клип красотой не только для того, чтобы он смотрелся хорошо, но и для того, чтобы тестировать все режимы, все камеры, как и обещали. Нам нужно было максимум мест, максимум режимов. Ситуация: Евгений решил попить чайку прямо на природе, просто вот пикничок такой закрутил здесь, устроил. Прицелься. Главный вопрос к этому сетапу у меня получился на тему того, что, ну, если снять НДшку, то получается, что объектив у нас расположен здесь. А держишь ты вот так. Если ты снимаешь просто ровно, то все окей, все хорошо. Но если нужны какие-то повороты, то получается, что вращение должно происходить вокруг вот этой левой руки. А как бы, ну, ты привык, что обычно у тебя центр и объектив, матрица тут находится. То есть в этой модели клетки ты не можешь сдвинуть iPhone? Да, если бы вот эта история сдвинута была в бок, чтобы объектив можно было расположить строго по центру и ходить снимать, чтобы понимать, что вот так ты встал, и вот тут у тебя объектив, вот тут у тебя камера находится, и все хорошо. К iPhone у меня есть некоторый вопрос, почему они не сделали никакой темы с проявкой лого внутри камеры, то есть просто чтобы это был какой-то шоу-лад, просто перевод из Apple лого в REC 709, то есть обычные цвета, чтобы ты на экране просто понимал, как ты сейчас снимаешь кадр, как он выглядит, то есть когда ты его добавишь в монтажку, как это будет смотреться на постели. Еще у тебя iPhone замерз, да, при одном градусе тепла. Это было очень забавно, мы приехали поснимать вечернее зарядье, ребят пошли в одну сторону, я пошел в другую сторону. А прихожу на точку, достаю iPhone, iPhone мне рисует 40%, я его беру в руки, выстраиваю кадр, и он выключается. Хотя, казалось бы, он снимает, он нагревается, и у iPhone 15 Pro Max вообще типа были проблемы с перегревом, но он все равно замерзает на улице. Ну, теперь у него переохлаждение проблем. Спасибо, что посмотрели, как я читаю реп. Я надеюсь, что вам все понравилось. Мы поугарали, вас развлекли уж точно, мне кажется. И главное, ответили на вопрос, врет ли App, называя iPhone 15 Pro Max, профессиональной мобильной камеры. Оказалось, что не врет. Не врет. Вот это прикол. Спасибо за просмотр. Это был Арсений Петров. Евгений Жосл. Снимайте клипы, пишите реп. Йо. Пока. Йоу.